постоянный ведущий Григорий. В этом ролике мы продолжим работу с измельчителем Хернис. В этом сезоне я один раз там поработал, в этом сезоне и сейчас мы начнем работать. Перед работой я хочу показать. В прошлом году чистил, не открывал. Сейчас мы посмотрим. Увидим состояние после работ. Вот так вот я его не почистил, а надо было чистить. Ну, сейчас мы это сделаем, значит. Если мы не сделали в прошлый раз, значит, сделаем в этот раз. Вот видите, как тут намоталось. Стружки всякой. Вот оно набивается. Вот так вот он выглядит после зимовки. Зимой простоял в гараже. Сейчас попробуем состояние ножей посмотреть. Так, смотрим состояние ножей. Так, давайте все прочистим, чтобы ничего тут не оставалось в этом сезоне. После этих работ я сразу почищу. Все лишнее уберем. Пылесосом пропылесосить. Ну вот, в принципе, вот так вот он выглядит после первых работ. Сейчас мы будем измельчать вот эту вот кучу. Сейчас на место закручу фиксировочный винт. Все закрутил, пробуем. Работает. Ну все, приступим к измельчению веток. Всего на свете. Сейчас, чтобы ветки не кололи. И начнем работы. Время около 5 часов. Запихивать начинаем с толстого конца. Thank you.
застревает, можно поворачивать. Он так потихоньку проталкивается. Прошел час работы измельчителем. Эта кучка уменьшилась. Сейчас мы еще сходим, посмотрим результат работы измельчителя. Итак, в прошлом году я опил начал сыпать в борозду. Сейчас мы увидим, сколько я уже свежего опила насыпал. Вот сами видите, вот туда далеко буду засыпать, все просыпать. Вот свеженький опил пошел, вот старый, прошлогодний опил, стружка, щепа. А вот свеженькая, это вот столько я уже за час перемолол веток и отсыпал здесь дорожку. Не сильно толстым слоем отсыпаю. Дорогие друзья, прошел второй час работы. И вот я туда уже продвинулся по отсыпке тропинки.
Вот столько вот я уже отсыпал за 2 часа измельчения веток. И смотрим. Вот такая вот тропинка у меня длинная. Я ее решил отсыпать стружкой. И вот уже остаток веток после 2-часовой работы. То есть, соответственно, вот столько вот я уже измельчил за 2 часа. Я не спешу. Меня никто никуда не гонит. Разъяснением рабочего процесса, как это все происходит. Заклинивание диска, и он сразу же отключается, блокируется. Нужно открывать и чистить. Что-то там застряло. Сейчас откроем и почистим. Сучки и заклинивают диск. Вот видите, тут уже мусор. Вот заклинило диск, и он автоматически отключился. Вот такой вот щепкой заклинило. Вот это вот такая щепа получается. Конечно, тонкие ветки. Где-то еще что-то подклинило. Диск не вращается. Неужто подшипник накрылся? Не хочет диск вращаться. О, все, где-то застряла ветка, видели сами. Сейчас вот свободно вращается. Выдуем лишнее сразу же.
У него есть автоматическое выключение. Вот, кстати, вот уже вот столько веток у меня осталось. Работаю уже часа 4 чистого рабочего времени. В общем, все, что попадает вот в это, пролазит вот в это отверстие, все он это молотит. Конечно, иногда с трудом, но тем не менее перемалывает. Толстые ветки сильно резко, сильно пихать не нужно, так как они блокируют диск, и он у нас отключается автоматически. Сейчас я найду еще веточку потолще какую-нибудь и посмотрим, как он с ней справляется. Весь процесс работы я снимать не стал, так как это продолжительное время занимает. Я сейчас найду потолще веточку. Показать отлично будет. Сейчас включу и посмотрите. Конечно, тяжеловато ему с такими толстыми ветками справляться, но тем не менее он их грызет. Сейчас отсюда процесс покажу. Включили. И приходится еще немного вращать, чтобы толще веток нету, почти по самому диаметру ветка. Тем не менее, он отлично справляется с такими ветками. Сейчас я эту ветку доизмельчаю и отключусь. Сработала защита, опять заклинивание произошло. Чтобы легче было их измельчать, приходится вращать ветки. А, нет, это розетка отскочила. Отскочила розетка, вилка вышла из розетки. Thank you.
рекомендация, перед тем, как его выключать, желательно, чтобы там ничего не оставалось, иначе диску сложно начинать раскручиваться. Вот и прошел третий час работ моих, мной проведенных. Вот столько я уже перемолол. И вот сейчас мы посмотрим, докуда мы продвинулись. Вот 3 часа работы с измельчителем. Дорожка отсыпана. Почти до конца отсыпана. Дорогие друзья, световой день закончился. Ну и моя работа тоже закончилась. То есть, как вы видите, я все перемолол. Все в щепу. Вот такая вот она щепа получилась. Закончил я свою дорожку. Еще немного на огород накидал. Вот так вот он выглядит после второй работы. Второй раз им пользовался. Сами смотрим. Отработал, в принципе, нормально. Имеются защиты от перегрева, от блокировки. Сейчас я его почищу еще. Видите, вот какое состояние после второй работы. Периодически приходилось чистить его, вот этот диск, так как он клинил. Щепка застревала вот в этом месте, вот здесь его заклинивало. Вот смотрим, как выглядят ножи после второй работы. Но сегодня ударно потрудился. Вот такое вот состояние нашего измельчителя. Резинка начала рваться. Не знаю, как показать-то вам, чтобы видно было. Видите, вот так вот она повредилась. То есть все маленько порвалась. Ну все, друзья, на этом я свой сюжет заканчиваю. В общем, отработал он 2 раза нормально, кучу нормальную перемолол. Потребовалось мне 7 часов, чтобы ее перемолоть. Но я и не спеша ее молол с перерывами. Световой день закончился, потому что пришлось ожидать продолжительное время. Нельзя было шуметь. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. До скорых встреч.